7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня два тоненьких кусочка хлеба на сковородочке обжаренный, маслом сливочным намазанным 82%, кусочек сыра голландского и яйцо пашот. Такое вот горяченькое, красивенькое. Делаем разрез, как положено. О, все, вот оно потекло. Красота! Укропчик, оливки, огурчик и чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения, хорошего настроения. 9.30, мой перекус. Сегодня у меня сыр пармезан, очень вкусный, тут 30 грамм. И чашечка черного натурального кофе. У меня Бразилия Сантос и пол ложечки сахара туда добавляю. Такой очень вкусный. Сочетание кофе с сыром отлично. Шедевр от моей девушки. Луковый суп. Очень вкусный. Я уже пробовал. Сверху, видите, плавает гренка, а на ней сыр. Так прикольно. Получается, не надо вам ни хлеба, ничего. Одна греночка, ну, не добавит вам жира, потому что луковый суп идет без картошки. Тут обалденно просто. Интересный вкус такой, ну, необычный, я никогда не ел до этого. И, видите, она даже тарелочки специальные купила для этого супа. Вот они такие небольшие, средненького размера, с ушечками, потому что он сейчас достался из духовки, чтобы сыр, видите, подплавился и немного даже поджарился. Ням-ням-ням. 18. 00. На ужин у меня сегодня перчик фаршированный, девушка фаршировала, очень вкусненький, селедочка с лучком, такая малосольная, и консервированный красный перчик, тоже девушка делала. Вот такой вот кусочек лучка и петрушечка. Приятного всем. 21.00, мой вечерний перекус, одно небольшое яблочко, вот такое, название не знаю, и чашечка кефира по традиции. Я сначала съедаю, выпиваю, ну нет, съедаю, потому что он у меня густой, домашний кефир. Съедаю кефир ложкой, а потом съедаю яблочко через минуты 10. И очень даже вкусненько, и сплю спокойно, без нервов и сладенько. Приятного всем аппетита, спокойной ночи. И нас на ютубе под хэштегом «Жирука5». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.